вот эти, даже поверить невозможно, современные, стильные, резиновые сапоги. Я вспоминаю, даже в своем детстве у меня тоже были и резиновые сапоги, и калоши были, которые на валенке надевались, но я в Сибири рос, да, там они просто необходимы. Но резиновые сапоги у меня, как у ребенка, были самые-самые любимые. Итак, мои дорогие, горячо любимые, телеканал Шопен Шоу с гордостью представляет вам еще одно главное предложение сегодняшнего дня. Это сапоги резиновые Гаяна. Стильные женские резиновые сапожки из коллекции бренда Finline. Трендовая обувь, которая уже стала современной классикой. По бокам украшают классические текстильные вставки из плотной эластичной резинки. Сапоги имеют элегантный нос круглой формы. Они станут модной деталью вашего любимого городского образа. Это удобно. Теплая модель сделана из мягкой, непромокаемой натуральной кожи премиум качества. Они подойдут на узкую и широкую ногу. Это отличный выбор для леди с разной полнотой и размером стоп. Изделие не утяжеляет ногу, обладает хорошей амортизацией. Внутренняя подкладка сапог предотвращает натирание ножек. Вы легко передвигаетесь, каждый ваш шаг сопровождается исключительно комфортом, будь то непогода, ливни, дожди, ураганы, или даже если дождь закончился, но вы еще не пришли домой и находитесь в этих сапогах, не будет парникового эффекта, не будет. А мне еще нравится вот этот перелив, словно жемчужный перелив. Вы посмотрите, как это красиво. Вот те самые текстильные вставки, и они на самом деле находятся очень высоко от подошвы. Я вам сейчас сразу это продемонстрирую. То есть даже если в глубокую лужу наступили 7 сантиметров до текстильной вставки. Это не просто текстильная вставка, это еще и резинка, соответственно, будет очень удобно надевать. Плюс ко всему, вот тот самый носок, о котором я говорил, закругленный, и он еще рельефный, выглядит стильно. Подошва не скользящая, подошва уверенно, будете в такой подошве стыковка, сцепление с любой поверхностью. Петелька есть. Кстати, Оля Мокшина у нас заказала именно в этом цвете. Оленьке пламенный привет, розовый цвет. А давайте по цветам и пройдемся, и потом я продемонстрирую, что они еще и не промокают. Итак, розовый цвет Оля Мокшина заказала. Лена Дмитровская. Какой же это бежевый? Ну, это зеленый, но я вас умоляю. Спасибо. Хаки цвет. Вот это хаки. Леночка Дмитровская заказала. Дальше. Голубой цвет тоже, перелив. Видите, вот такой. Вот это матовый, это глянцевый. Вот он, бежевый тоже матовый. И черный тоже матовый. Но у нас есть еще один, фиолетовый, который купается в аквариуме. А знаете, для чего мы поместили в аквариум? Слушайте, они еще и не тонут у нас, надо же. Теперь смотрите, помещаю руку, и что это? А я там не нашел их. Илья, где салфетки? Салфетки дай, молю, показать, что они сухие. Надо было салфеточки. Да заходи, тебя не видно, заходи, давай. Страна должна знать своих героев. Так, вот у меня есть салфетка. Есть салфетка, я ее помещаю вовнутрь. Просил, конечно, бумажную, просил поместить сразу. И вот смотрите, бултыхаю там, парам-пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам. И теперь салфетку достаю. И она никакой склейки, никакого монтажа. Это прямой эфир. Вы видите, салфеточка остается сухой. Конечно, лучше это показывать на бумажной салфетке, на бумажной лучше видно. Но, в общем, имейте в виду, это реально резиновые сапоги, хотя поверить невозможно. Итак, плавают у нас дальше в фиолетовом цвете наши шикарные сапоги. Сапоги резиновые Гаяна от 36 до 41 берем. Размер в размер, правила просты. Еще сразу хочу сказать, что здесь у нас очень удобная стелечка, она амортизирующая, да, соответственно, тоже будет ножка отдыхать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть цветов на выбор. Черный и бежевый — это, конечно же, безусловно, классика. А вот дальше хаки, голубой, розовый, фиолетовый. Так, что можешь... А, что, Галюнь, ты мне сказала? А... Я просто когда одновременно и когда в аппаратной шумно, мне тяжело сосредоточиться. Поймите, пожалуйста, правильно. И благодарю за понимание. Надеюсь, такого больше не возникнет. Итак, смотрите. Вот эта красота, благодаря которой вы не промокнете. С начала весны до глубокой осени вы под защитой от непогоды. Вы, мои дорогие, горячо любимые.
Вы и только вы в центре внимания, вы получаете комплименты и, согласитесь, вообще не похоже на резиновые сапоги. Ага, Женя, Женя, как... Слушайте, вот что значит, надо смотреть, как на ножке выглядит. Вот что значит, как выглядит на ножке. Как мне нравится и подошва, да, она такая тракторная, это стильно, это вот эти резинки, вставки контрастные, это вот уверенность в каждой секунде. Ну и, конечно же, яркость образа, это, конечно, восторг. Многие сейчас заказывают резиновые сапоги по два, по три цвета. Правильно делаете, 2999 рублей, это цена, которая только сегодня, так как это наше еще одно главное предложение сегодняшнего дня. Берем размер в размер. Вот у Жени 40-й, на ней именно в 40-м размере. От 36-го до 41-го. И тоже не могу не обратить внимания, что они достаточно вот прям легкие, да, невесомые. Итак, смотрите, 2999 рублей при оплате заказа банковской карты 10% скидка. Многие скачивают мобильное приложение. И ваш любимый телеканал Шопен Шоу всегда будет с вами, где бы вы ни находились. Главное, чтобы работал интернет. А в мобильном приложении можно также оформлять заказы, смотреть прямые эфиры, особенно когда у нас ажиотаж в колл-центре и линии перегрузки. Итак, вот такая вот тракторная, да, подошва, но они не тяжелые. Цена 2999 рублей.